Меня зовут Базаева Александра, мне 19 лет, и я стенка. Меня когда спрашивают, откуда ты, я говорю, что я из России. И они мне говорят, как так, как ты можешь быть из России, у тебя какие-то африканские корни из-за волос? Я говорю, нет, у меня нет никаких африканских корней. Я начинаю им объяснять, что я с Кавказа, что у нас очень много различных республик, национальностей. И они на меня так смотрят такими удивленными глазами, как будто бы вот, они думали, что думают, что в России только русские живут. Вот. Я начинаю объяснять, что у нас на Кавказе очень много национальностей, что у нас у всех свой собственный особенный язык. Я даже рассказываю о том, что у нас есть азиаты в стране, то есть они живут в Сибири. И они так, как так? А как они что, похожи, ой, на китайцев? Я говорю, ну да. Жахы корил хаштгудникуа хусав ахамамун ратат. Что это значит? Это значит, что дай бог, чтобы в мире никогда не было войн.